Здравствуйте! Здравствуйте! Доброго времени шуток! Это самый умный комик-шоу, где комики отвечают на вопросы, не отвечая за ответы. Вот. Блин, ну он говорит, что я придурок потом, понимаешь? Да, так и есть. Итак, сегодняшних комиков я представлю по-новогоднему, подчеркивая их успехи в этом году. Итак, сегодня с нами играют Саша Малой! Саша Малой! В этом году Саша отрастил волосы, чтобы люди вокруг соблюдали дистанцию. Чертов гений. Так, Илья Макаров. Илья Макаров. Здравствуйте. Здравствуйте. Илья в этом году из шоу «Созвон» попал в шоу «Что было дальше?». Видимо, созвонился с кем надо. Он подкузменил. Да, да. Алексей Смирнов. Смирняга. Леша весь год провел внутри Лапенко. Собственно, специально для этого отрастил бороду, чтобы щекотать его изнутри. Ну и еще у нас сегодня комик, девушка с двойным именем, Елизавета Варвара Аранова. Так, давайте я напомню правила, да, вы отвечаете на вопросы, которые я задаю. Правильные и аргументированные ответы я поощряю. Неправильные и неприятные. Я что, Саша? Надеюсь, в этот раз ничего. Ну, обычно минус балл дается за это. Не поощряю, не поощряешь, да. Зачем такие сложности? Все правильно, Саша. Так, ну что ж, давайте я вам раздам дудочки, с помощью которых мы будем определять поочередность ваших ответов. Ой, это даже рождественский мешок сегодня. Да, кстати, единственный атрибут Нового года. Что-то я прям забыл про него. Так, Лиза, тебе я сегодня подобрал вот эту музыкальную палку. Я, честно, не знаю, как это называется по-крутому, но я не помню. Вот, музыкальная палочка тебе. Так, Леш, тебе, смотри, я тебе подобрал синюю трубку, трубу. Эта штучка почему-то вылетает, так что осторожней, пожалуйста. Какая-то капельница. Это, ну, называй как хочешь. Капельница, это катетер для каловых отводов. Детям, знаете, когда? Да. Так, Илья, тебе манок на белого гуся. О, замечательно. Да. На здоровье. Саш, смотри, я тебя весь год я тебя мучил всякими, да, неприличными штуками, в которые тебе нужно было дуть. Я под Новый год решил все-таки сделать тебе подарок. Ну, наконец-то. И сегодня ты будешь дуть вот в эту вазу. О, спасибо. Да. Только, Саш, только я тебя попрошу ни в коем случае не называть это по-другому, потому что у нас нет столько денег на юристов. Хорошо. Так, ну что ж, давайте закрепим звуки за вами. Елизавета, будь добра, произвести звук. Это Елизавета. Леха. Отлично. Илья. Супер. Ну и Саша. Все хорошо? Нормально? Да. Ну что ж. Она только на вдох работает. А как? Странная ваза. Так, звуки мы закрепили, можем начинать. Первый вопрос, поехали. А что за правило? Отвечать. Аргументированно отвечать. И все. И все, я плюс балл. Итак, внимание. У английского короля Иоанна I было прозвище «Мягкий меч». За что его так прозвали? А надо прям случай рассказать этот. А что делать надо? Если ты хочешь ответить, дую. Да. Я предупреждал. Это одноразовый был свисток. Я на самом деле думал, я ее приклеил. Алексей? Я думаю, что его так прозвали за эректильную дисфункцию меча. Это вот так надо умно отмечать? Я тоже. Я не знаю, сейчас... я попытался, сейчас попробуем. Так, в чем выражалась эрективная дисфункция меча? Я думаю, в нестоянии хуя.
все равно приходишь к этому. Ну что ж, минус балл. Алексею. Бля, я не первый на этот раз. Охуеть, здравствуй. Увидимся на дне. А тут есть дно еще? Сейчас посмотрим. Итак. Да, Саш, да? Значит, я предполагаю, что была война, какая-то битва была. И мечей на всех не хватило. И надо было срочно выковывать новые мечи. И он первый, так как кузнец тоже на войне, надо драться. Нет кузнеца, который бы сейчас ковал мечи. Так. Иоанну первому говорят, иди куй сам себе меч свой, сраный да. Иоанн. Так, так, так. Возьми. Ну, обычно так с королем же общается. И он побежал, значит, он кует, да. Меч раскален, да. И, соответственно, легкоплавок в данную секунду. Угу. Так, и, значит, но он нападение уже идет. Угу. К нему вламывается какой-то чел, да. Он берет этот меч, который плавится, и он начал, и меч согнулся, как бумеранг, и он вот так вот, типа, срубил башню вот так вот. И это вошло в легенду, история о нем, как он порубил кучу народу своим легкоплавким мечом, поэтому его назвали и он мягким. Пожалуйста, хоть бы правильно это было. Минус балл, Саш, это минус. Блядь, это даже не аргументировано, я все здесь подчеркнул. Подожди, давай разберемся. Давай. Мягкий меч, почему? Потому что он только-только выкован, он мягок, он еще не охлажден, дабы стать твердым. Как тогда он порубил всех? Он прижег всех. Ну ладно, я принимаю этот минус балл с честью. Ну, наконец-то ты начал правильно принимать. Илья? Да, скажу версию, потому что пока она не идет мне из головы, я не могу придумать другие. На самом деле этот Иоанн, на мой взгляд, был забывчивым человеком, и когда он привел войско, чтобы оно пошло в атаку, он произвел охерительную речь, сказал невероятную, и забыл меч и достал ножны кожаные, которые вот так у него согнулись. И вот так повел войско за собой. Это моя версия. Спасибо. Ну, это неправильная версия, но достаточно аргументированная. Плюс балл Илье. Вот видите как. В этом есть логика. Очень даже, очень даже. Давайте я вам подскажу, что после его правления его именем больше не называли детей в королевской семье. Да. А до этого называли, то есть? Да, его, как минимум. А! Да, Саша, да. Да. И умер. Да. Пожадничал. Итак. Значит, как известно, на войне, когда борются два государства, можно, чтобы не дрались все, могут два лидера стран выйти, подраться друг с другом, и тот, кто победил, того и правда. Значит, но у Иоанна было одно правило. Он может выйти подраться с лидером другого государства, но на подушках. Угу. И они дрались на подушках. И под Бейонсе. Да, под Бейонсе и в пижамках. Да. Его за это и назвали Иоанн Мягкий Меч. Угу. Почему не подушка? Я предполагаю, тогда не было слова подушка вообще. А подушки были? А подушки были за это. И как их называли? Возьми одеяло и мягкий меч и иди спать. Понятно. Минус балл. Минус балл. Это абсолютно неправильный ответ и даже не аргументированный, к сожалению. Давайте я вам другую дам подсказку. Представьте, если у вас нормальный меч, а у вашего соперника мягкий, то, скорее всего, в схватке... Вы его убьете. Вы его убьете. Соответственно. А, он боялся воевать? Не совсем боялся. Почему же боялся? Скорее, постфактум, то есть после сражений, можно было сказать, что он... Мягкий меч. Да, он проигрывал все битвы? Он проигрывал все битвы. Это правильный ответ. Вау! Да, вау! Это правильный ответ. Саша получает 2 балла. Действительно, мягким мечом Иоанна Первого назвали за свои практически постоянные военные поражения. В частности, от короля Франции Филиппа II Августа и собственных английских баронов. Саш, 2 балла ты зарабатываешь. Едем дальше. Следующий вопрос. Следующий вопрос про Японию. Итак, японцы стали выпускать специальные устройства с неприятным запахом. Для чего их используют? Mm-hmm. Mm-hmm.
Я удивлен, что, Саша, ты еще не отвечаешь. Да, Саша. Чтобы отпугивать. Чтобы держали дистанцию люди вокруг тебя. Специальное устройство. Чтобы, потому что, смотри, например, я знаю, насколько я знаю, что люди, например, используют духи, да, чтобы привлекать внимание. Да. И поэтому люди какие-то решили, чтобы наоборот к ним не подходили. Угу, да. И они носят с собой специальное устройство, которое воняет. Да. Чтобы человек вроде выглядит прилично, но пахнет прям бомжатиной. Ну, Саш, это неправильный ответ, но аргументированный и современный. Давайте балл дадим Саше. Это действительно было интересно. Но это неправильно. Это неправильно. Не совсем, что подпугивать. Да. Илья? У меня есть предположение, может быть, это устройство, которое воняет, привлекает мух, и тем самым они ловят в помещении всех мух. А липкая лента, они как бы что, не используют? Липкая лента? Об этом не подумал. Ну, минус балл. Спасибо. Минус балл. А еще раз, как вопрос? Японцы стали выпускать специальные устройства с неприятным запахом. Зачем? Где они используются? Это и есть вопрос. Илья? Чтобы оправдываться. То есть, если от тебя воняет, ты включаешь еще вонючее устройство. Если потный, например, весь. Да. Пришел, от тебя прям воняет. Что воняет? Ты такой, о, бля, просто забыл выключить устройство, которое воняет. Это не из-за меня. Это из-за устройства. Да, ты выключаешь, и все, чуть воняет, и такие, ну ладно, не так же воняло. Это остаточное от устройства еще. Остался просто душок небольшой. Ну, достаточно аргументированно, но неправильно. Балл плюс дадим. Клевая версия. Плюс балл. Давайте я вам подскажу. Этот гаджет находится дома. А? Да? Может быть, разгонять гостей? Ну, когда ты уже достаточно долгое количество времени празднуешь свой день рождения, и ты уже как бы такой, типа, ну все. Они не понимают намеков. Ты включаешь этот прибор, ну и все, и часть уходит людей. А почему не попросить уйти? Почему не сказать, пожалуйста, я устал от вас? Они тупые, ну ты типа... Не, ну им неудобно, они же... Ну да, вот, они хороший не могут... вариант, неудобно. Неудобно. Потому что это мать. Да. Это мать, твоя бабушка, все твои родственники. Да. Очень, блин, твой брат-близнец, у которого спит. И ты такой, блин, я же не буду говорить, ну чувак, все, блин, уже 6 вечера, давай. Это неправильный ответ, но это достаточно аргументированный. Плюс балл Леша мы дадим, конечно. Да. У меня такая версия, может быть... Какая вялая поддержка. Никакая. Ну, блядь. Ну, может быть, да, аргументированно все-таки, хуй знает. Не похоже. Может быть, это устройство помогает тебе не скучать по деду? Да, это как вейпы с запахом, запахом деда. Ты приносишь просто... Синтезируешь запах деда. Просто ботинки приносишь дедовские с рубашкой и трусами. И они делают этот запах. Ты нажимаешь... Сельдь ордена. Сельдь ордена. Запах орденов. Ну, слушай, это неправильно, но опять же аргументировано. Плюс балл. Что ты делаешь? Блин, сколько мы нашли новых применений для этого устройства. Да, но на самом деле это устройство более практичное, более ежедневное, используется утром. А как будильник. Как будильник, это правильный ответ. Что? Проснуться от дикой вони. На самом деле круто, прикинь, то есть ты не только просыпаешься вовремя, ты еще быстренько собираешься, чтобы съебаться из дома. Да. А если отключить его, продолжит вонять просто? Ну, наверняка. Так а что, в чем тогда смысл? Так на 10 минут позже перевести. Уснуть попозже. То есть он и так навонял уже. Ты еще перестал на 5 минут. Просыпаешься в ужасном смраде. Едешь на работу, весь воняет. Ну ты Соня. Наш Соня приехал. Леша зарабатывает 2 балла, а мы идем дальше. Следующий вопрос. Итак, американская компания начала продавать чемоданы, которые снимают стресс у владельцев во время путешествия. В чем их особенность?
Да, Саш, да? Он весь в этих кнопочках приятных всяких штучках перебирать, которые можно. Ты скажешь, он весь в вагинах. Весь в вагинах. И это тоже я хочу. Этот вариант. Я тебе куплю. И этот вариант тоже давай ебанем. Весь в вагинах. Два варианта. Да, два варианта. Ну, давайте минус два получим. Два ответа, минус два. Никакие это не вагины, естественно. Да, да, Илья? Может, там есть какая-то система искусственного интеллекта? Ну, что человек сидит напротив чемодана и вот так нервничает. Ну, он же создан, чтобы его успокоили. Значит, он нервничает, сидит такой. А штаны взял? Штаны. Да, штаны взяли. Ага. А зарядка? Зарядка на планшет? Да, взяли. Ага, бля. И вот так он, ну, проверяет просто там вещи. Там только одна фраза «да, взяли». Вот да. Сам все мог забыть. Потом такой, а жена меня любит? Любит все еще? Чего она такая? Ну, это хуй знает. Он снимает стресс во время путешествия. Снимает стресс во время путешествия, да. В чемодане парашют. Что когда ты стрессовал. Чтобы если ты не стрессовал, ты такой, бля, я спокойно, у меня парашют в чемодане, нахуй. Я... Да, тоже неплохо. То есть вещей нет? Да, вещей нет. Просто только потом парашют заматывается. Чтобы не стрессовать. Вот смотрите, вы размышляете, да, что это в самолете. Ну, в самолете-то вы, как правило, без чемодана. Это чемодан, это не сумка. Но ты к тому, что это не только в самолетах применимо. Это в основном связано с аэропортом. Да. А может, люди переживают за свой багаж, и там есть видеокамера или какой-то... Ты можешь через телефон, типа, следить, что происходит с своим чемоданом. Да. Что вот он, типа, не отправится куда-то в другой город или что-то. Все, он, типа, доставлен в тот же самолет вместе с тобой. Да. А еще какой стресс бывает, связанный с чемоданами? Что его бьют. Да. И может, он дает сдачу чемодан. Ты прикинь, ты смотришь это все по камере. В турбулентности. Да, чувак просто поехал вместе. И бьет. Нет, ненавижу. Самсонит. То есть ты в ахере в турбулентности летишь, а твой чемодан где-то в другом городе бьют еще по камере. Этот ответ неправильный, но он близкий, да? Я видел как-то чемоданы, на который можно сесть и поехать. Он как маленький мопед. Может, так. Это такой чемодан? Так, и как, он, же... как он снимает стресс? Так, ну, если ты, например, в аэропорту хочешь что угодно, пописать, что-то купить или покакать. Можно прямо в чемодан. Ну, аэропорты, они же, ну, большого размера, а тут ты сел, доехал спокойно и не стрессуешь уже. Не стрессуешь. Ну, или час пересадка, что делать? Можно покататься. Может, там фото матери просто на чемодане? Блин, тоже неплохо. Который крестит тебя в гифкой. Вот. Но это именно во время путешествия. Вот снимается. На самом деле Лиза-то была вообще очень... Я не уверена, но у меня такой чемодан, он весь помятый. Да. Реально, у меня чемодан фирмы, который он весь помятый. И, возможно, его специально сделали. Я думала, что это по приколу. А, возможно, его специально сделали, что я уже сдала просто убитый чемодан. И получила, типа, потом тоже убитый чемодан. Это правильный ответ. Прикинь, у меня такой чемодан. У Лизы был правильный ответ. Дома действительно это так. Лиза зарабатывает 2 балла. У всех 2 балла, кроме меня. И у тебя тоже. О, класс, реально, у всех 2 балла. Красота. Где еще вообще можно использовать эту фишку? Телефон сразу разъебанный. Сразу разбитый экран. Прикольно. Хочешь, я тебе такой продам? Дороже обычного. Разве нам не дают сразу ненужный диплом? Хорошо. Я просто к тому, что отличная идея для бизнеса, да, просто все, что нужно было людям, просто помять чемодан, да, после чего поехать, да, сделать ИП, сделать расчетный счет себе, разобраться с налогами и при этом сделать так, чтобы идея тебе не перестала нравиться. Хорошо, что сейчас со всей этой бумажной волокитой предпринимателям помогает справиться банк. Да. Вот это! Да. Вот это банк! Все вопросы по оформлению документов для ИП банк берет на себя. Ох, блин, какой крутой! Да. Точка. Все на себя берет. Точка даже дает возможность зарегистрировать свое ИП или ООО на своей платформе.
без явки в налоговые или другие инстанции. То есть, грубо говоря, дистанционно? Дистанционно, абсолютно верно, Илья. Нифига себе. А служба поддержки решит ваши проблемы в любое время суток. Вау! Да, да. Вот даже это, да. Даже Саш, в 5.32? Даже в 5.33. Вау! Саш, у тебя есть какая-нибудь идея для бизнеса? Конечно. Да? Я хочу продавать, значит, гусей через Amazon. О, очень жаль, что теперь у тебя никаких преград, чтобы сделать это. Банк, точка. Просто придумывай идеи и реализовывай, запятая. Со всем остальным тебе поможет банк, точка, точка. От банка, точка, всем по плюс 2 балла! Yeah! С Новым годом! С Новым годом! Так, ноль! Ну а мы едем дальше. Следующий вопрос. Класс. В 1948 году Иосиф Сталин изменил советский кинематограф. Однажды после просмотра американского вестерна Сталин заявил: «А что, наши так снимать не могут?» Что понравилось Сталину и что появилось в советском кинематографе после этого? Да? Может, там в вестернах, когда люди умирали, их просто оставляли и не клали в мавзолей? Ну такой, блин, так можно? Можно трупы просто оставлять, не нужно их на Красную площадь тащить. Ну, достаточно аргументированно. Плюс балл. Да, Саш. Может, кровь? Там у них появилась кровь, когда стреляют. Добавили вот эти пакетики с кровью. А у нас в кино до этого просто стреляли, человек просто падал. И Сталин посмотрел на это такое. У них кровь есть. Мы что, не можем кровь ебашить? У нас актеры заканчиваются. Давайте балл дадим. Давайте балл. Но это неправильный ответ. Да. Так у нас же Советский Союз был, у нас все нации, все областя, как одно единое целое было. Так. А в вестернах там и индийцев стреляли. Он говорит, мы что, не можем кого-то притеснять, что ли? Давайте за киргизами бегать. Воткните им перья. Да. Садите на коней, нахуй, стреляйте. Что, мы так не можем, блядь? Что мы всеми ходим, блядь, так, дружно? И что появилось в советском кинематографе? Социальная несправедливость. РНЕ. Ну, давайте один балл за аргументированность дадим. Но это неправильный ответ. Да, Леш? Может быть, трюки какие-то? Трюки, так? Трюки. Ну, то есть вестерн-то богат всякими этими каскадерами. Так. И он подумал, что надо добавить каких-то трюкачей. Леш, ну это правильный ответ. Вау! Трюки! Да, да, действительно. Иосифу Сталину понравились трюки в американских вестернах, поэтому в советском кино вскоре появились каскадеры. 2 балла Леша зарабатывает, а мы едем дальше. Следующий вопрос. Прекрасно. Мне кажется, Костину это не очень нравится. Вопрос про Прагу. Прагу? Да. 10 лет назад в Праге работал публичный дом, клиенты которого могли не платить ни копейки за предоставленные им услуги. Но был один нюанс. Какой? Леша? Если это родственники. Да это сеструха моя там работает, вы чё? Да, мам. Мам, по-братски. Вот а почему ты не можешь дома потом, когда придет она? Ну, она не хочет там. Такая мать, такая. Да. Выйди вон. Угу. Дома и стены мешают, да? Ну, Леш, минус балл. Минус балл, это неправильный ответ. Да. За вход платили. Как антикафе. Ну вот, как смотри, сейчас, как шведский стол. Когда ты платишь, у тебя корыто с ведром. Но ты платишь. Бабы. Но тут можно трахать это корыто. Можно трахать все, что на корыте. Достаточно аргументированно. Давайте балл дадим. Так. Так, Илья. У всех по 5, откуда нахуй? Да, Илья? Может, нужно было все это делать на камеру? Так, и что?
Ну, транслируется в интернет. И ты бесплатно, а там платят. Это правильный ответ. Действительно, ты мог не платить ни за что, если тебя при этом снимают на камеры. Ну? Да, это правильно. Это правильно. Бизнес-модель. Ладно. Так, Илья зарабатывает 2 балла. Илья, молодец. Класс. Знает. Да! Илья знает, Илья пожил. Едем дальше. Следующий вопрос. У нас рубрика «Командный вопрос». О, это да. Я люблю. Да, тут у нас не будут участвовать звуковые устройства ваши. Я задам вам вопрос сразу всем. Вы совещаетесь, обсуждаете, после чего я сам выбираю отвечающего. Если он отвечает правильно, то приз сегодня составит не 5 косарей. Кстати, приз сегодня 5 косарей, а 6 косарей. Будет 6 косарей. Ого. Да. Итак, внимание, вопрос. В царской России ношение усов для пожарных было обязательным. Почему? Блин, может, это типа, чтобы не сжечь легкие, если начинают подпаливаться усы, то нужно как валить. Как марля, как фильтр. Да, я тоже об этом подумал. Мочить усы? Фильтр, я тоже об этом подумал. Да. Подходишь, да, можно мочить, к огню, на самом деле. Усы их, начинают заворачиваться. Их мочат, чтобы можно было дышать. Так, ой, все, да. уже нельзя. Тушить. Намочить усы, оттуда вот фраза пошла. Может, чтобы понятно было, что пожарный работает. Он такой, где-то пожар. А без усов не ясно. Ну, это наоборот, не сбивало бы тогда с панталогией. Может, в целом, чтобы отличить пожарных от других людей, всем другим было запрещено носить усы? А, может быть, на улице ты? Да-да-да, с усами, если это пожарник, 100%. А всем остальные забревали? Почтальон не может носить. Я так не могу, пожалуйста, помогите. Чувак, я почтальон, а что ты смотришь? Так, ну что ж, закончили обсуждение. И отвечает на этот вопрос Елизавета. Блядь. Итак, Елизавета. В царской России ношение усов для пожарных было обязательным. Почему? Это же потому что фильтры мочили усы, и, чтобы не сжечь себя вот внутри. Мочили мочой. Тишина. Мочили усы. Как в школе ублюдок, который подсказывает. Скажи мочу. Девять, тишина. Скажи, что мочой мочи. Так. Мочили усы, и что? И когда вдыхал, ну, типа, как марля, ну, типа, в пожаре ты, когда ходишь по дому горящему, можно обжечь себе внутри легкие, вот эти все пазухи. Да. Так. А если у тебя намочены усы, ты мог это, типа, вдыхать носом через усы. И что? Ну, и люди мокрые вообще, усы, целом, у тебя мокрые усы, что, и что? Ты просто ты затыкаешь ноздри усами, это же очевидно, что ты засовываешь усами. Что ж, это правильный ответ, действительно. Молодец! Молодец, молодая. Ой, молодец. Да, раньше при отсутствии противогазов усы пожарные использовали в роли средства защиты органов дыхания. Для этого усы смачивались и засовывались в нос, чтобы защитить органы дыхания от продуктов горения. Коллеги, ну, причем. Что ж. Если коллега без усов, то ты можешь ему помочь, они вот так вот вдвоем идут. Кто-то подбрил отсюда и просто запихал его в ноздри туда. А реально, можешь было сбривать куски и просто засовывать. Конечно. Смоченные. Носить на цепочку. Да. Две затычки, как в ванне. Ну что ж, сегодняшний приз благодаря Лизе составит не 5 косарей, господа и дама, а 6 косарей. Оу! Эй! Оу! 6 косарей! Сегодня разыгрывается. Так, а мы идем дальше. Следующий вопрос. Надо забирать банк. Итак. Как он выдыхает. Есть английская поговорка: на войне все средства хороши. Во времена Второй мировой войны британцы боролись с немецкими танками при помощи верблюжьего навоза. Каким образом? Да. Засовывали навоз в ноздри? В дуло. Так. В дуло танка засовывали навоз. Да. И танк взрывался. Так, как известно, было в то время верблюжий навоз. Да, хороший тогда был. Мне дед рассказывал. Не то, что сейчас производят у нас. Да, сейчас это уже бутафория сплошная. Одна химия. Да. И вот этот
этот ГМО. Вот да, раньше по ГОСТу уже делали. Отличный был верблюжий навоз. Верблюжатники были целые. Он твердый и густой. Так. И липкий, как мазут. Да. И его засовывали в дуло танка. Он там засыхал, да. Вот так вот, ночью, пока военные, значит, спят. Наши, значит, партизаны. Не наши. Не наши, английские. Да-да-да, не наши, реально. Вообще, пиндосы эти, значит, англичане. Да. Навоз с ведрами, с рюкзачками навоза идут, ползут к танку, в танк. В дуло засунули, оно там засыхает, затвердевает, прилипает. И поэтому, когда, значит, патрон, да. Ракета танковая, врезалась в этот навоз, да. Она не могла пройти, и танк взрывался изнутри. Удивительное свойство верблюжьего навоза. Удивительное, да. Меня тоже на самом деле поразило оно. Сейчас, когда я рассказывал. Да, ну, минус балл, это неправильно. А что такое? Это неправильно. Ну что, ну где ты видел, чтобы говно какое-то, блин, мешало вылететь пуле? Ну ты чего? Да, Илья. Я думаю, они намазывали верблюжьим говном брусчатку и на повороте. И танки заносило, и в кювет уносило. Танки заносило. Да-да. На поворотах. Это... Гусеница начала проматываться, потому что с одной стороны намазано говном, с другой нет. Минус балл. Лёш. Может быть, так как верблюды едят колючки... Ну, или что... Нет, это было слишком просто. Я к тому, что, может быть, были какие-то повышенные свойства горючести вот этого именно навоза, и его поджечь было легче, чем, допустим, там, лошадиный или свиной, или... Или человеческий. Или, да, человеческий. Человеческий практически невозможно. А при чем тут колючки? Они горели хорошо. Либо застревали в гусеницах, например. То есть они... А я думаю, они баррикады делали, чтобы не перелезали люди стены. Например. А не то, что воняет, а еще и колется. Вот у немцев были танки, а у этих верблюды, им было неприятно. Во-первых, очень странная война. Да. Так. А во-вторых, они, ну, может, они из говна лепили танки себе. Ну, то есть они не функционировали, но немцы хотя бы, ну, хотя бы как-то лицо поддержать. По глупости атаковали его. Да, они просто стреляли. Тратили все снаряды, пока не этот говняной танк расстреляют. Почему он не взрывается? Они уже просто сутки бомбят эту танковую дивизию говняную. Все из говна сделано? Ну, все из говна вообще. Вся армия из говна. Армия из говна. Все из говна. Это терракотовая армия. Да, да, да. Каловая армия. Верблюжьего говна завались было, да? Очень хороший материал. Ну, побольше, чем у немцев танков. Ага. Ну, Лиз, минус балл тебе за это. Неправильно, абсолютно. Было аргументировано ведь. Не могу сказать. Мне кажется, я понял. Да, Саш, да. Может быть, это и неправильно, на самом деле. Ну, сейчас поймем и мы. Люди, значит, великобританцы, мазали этим говном себя, лица. Лица мазали. Да. И тогда на войне, когда они идут с пушками и с лицом в говне. Да. И против кого они там воевали? Против немцев. Против немцев. Да. И немцы такие, да что их убивать-то? Смотри, у них ебало в говне. Оставь их, не трогай, ты что, дурак? Смотри, дураки какие, господи. Даже если мы не убьем их жизнь, так тяжелая штука. С таким ты не ходишь же так. Все, не трогай, да? И не трогали. Ну, Саш, минус балл. Даш, Даш! Давайте я вам подскажу. Они использовали верблюжий навоз как что-то, что немцы чуть-чуть любят. Да, да, Илья? Потому что они ставили бокал пива. Пенного такого. И кренделек из говна делали. Так. И по городу вот так ставили. Так, и что, и что? Ну, и, такие, и солдат... И такие, Октоберфест! Что? О! Бир! Я! О! Ну, ест, и у него интоксикация. Интоксикация говном верблюжьим, правильно? Я понимаю. Нет. А там есть еще колючки, то изнутри. Я знаю правильный ответ. Да, Саш, да. Они рисовали себе усы Гитлера этим дерьмом. Под носом.
Им рисовали. Смотри, спящие немцы в лагере на войне. Британские партизаны проникают к ним в лагерь. И вместо того, и всем аккуратно, пока не спят, мажут под носом, как усы у Гитлера, дерьмо. И что? И они утром встают, немцы, и такие: «О, так я Гитлер! Мне надо не быть не на передовой, а мне надо быть в штабе». И все уезжали в штаб. Класс! Да. Ну, Саш, аргументирован достаточно. Плюс балл. Давайте я вам подскажу вот как. Во время боевых действий в Африке у немцев была примета переезжать на танке через верблюжий навоз. И, да, Леш? Ну, вот так много было... Там какая консистенция говна была такая, что вязли танки. А, нет, им нравилось. А они... может быть, они переезжали. Вот, тут мне просто нравится версия с горючестью. Они переезжали, это застревало, и потом спокойно можно было кинуть что-то и поджечь танк. О, тоже круто. А, туда там мина была на говне. Заминировано говно? Заминировано. Там мина была, действительно, Леша, это правильный ответ. К сожалению, Саш, подождите. Он не думал. Подождите. А это странно. Вообще-то. Он не думал. Нет. То есть, еще раз. А ты что, что, Илья? То есть, получается как? Да. Англичане, зная эту традицию немцев, заранее заминировали полоску из верблюжьего говна и оставили в городе. Ну, и немцы такие: «О, а тут уже и говно наложено для нашей традиции. Давайте, наверное, даже не проверять, а сразу поедем на всех танках». Это же традиция, а мы... Поставьте друг на друга все танки, ебанем через говно. Так? Да. Вот так, ехал один танк, и чувак на втором танке такой: «Подожди, подожди, оставь мне немного говна проехаться». Не, а прикиньте, они рассказывали вот так солдатам другим: «У нас есть традиция, ну удачи, мы, правда, все время взрываемся почему-то». Даже кто-то видел такой: «Да там мины», чуваки такие: «Да похуй, традиция». Ты что, традиция не чтишь? Ты что, мина так не пахнет, ты гонишь. Если я умру, но во имя традиции. Так. Два балла. Леша, зарабатывай. А знаете, какое отношение к танковым сражениям имеет Чак Норрис? О, никакого. Он ехал на шпагате между двумя танками. На самом деле Чак Норрис в этом году заправляет Новым годом в популярной компьютерной игре World of Tanks. Ой, не может быть! Мать, да, Бога, Господа, да. Иисуса нашего. Соскучились по Чаку Норрису. Теперь его можно найти только там. Вау! Во время новогоднего наступления можно заработать множество призов и быстрее прокачать любимую технику. А если выполнять все задания от Чака Норриса, он станет командиром твоего танка. Что? Да, представляешь? Регистрируйся по ссылке в описании и получи премиум танк Т2 ЛТ. Вау, это что-то крутое. Да, 400 тысяч кредитов и целую неделю премиум аккаунта. Вау, это Чак все сделал? Да, а до 12 января в ангаре тебя ждет немецкая ПТ-САУ 4 уровня. Господи, а зарегистрируешься прямо сейчас? У тебя вместо танка будет Чак Норрис. Ты прям на нем поедешь. Да, да. Он такой очками всех крутит. Но это вообще не так. В бой! Если бы человек был бы танком, он был бы Чаком Норрисом. Нет, кто-нибудь, умоляю, нарежьте из всех выпусков, как Костян, все интеграции, говорит, подряд. Просто нарежьте, просто смотреть на это, детям его отправить потом. Ну что ж, С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Следующий вопрос. Итак, рубрика «Вопрос от зрителей». Нам поступает очень много вопросов, за что спасибо зрителям. Если у вас тоже будут вопросы, ссылка в описании есть с почтой, присылайте их туда. Вопрос, который задает Евгений Поляков, участник, между прочим, музыкальной группы «Патрик Кэш» из Екатеринбурга. Итак, вопрос.
В 19 веке в США между городами курсировали дилижансы. И несмотря на то, что все ехали в одной и той же карете, в продаже были дорогие билеты и дешевые. Что отличало эти билеты? А... Да, Леш? Ну, может быть, по принципу маршрутки, как сейчас. Вот эти не очень дорогие билеты. Ты давно какие? Не ездил в маршрутке, там какие? Все одинаково стоит. Ну, какие? Нет, ну я... Вот эти? Ну, нет, смотри, вот это место уебищное в вот маршрутке. Это. Передают деньги. Потому что там лошадь близко срет. Да, а здесь кричит ямщик очень громко. Да. И вот здесь подешевле, а там... Кричит типа, блядь, опять насрала. Да. Не зависело, на самом деле, от места, где ты сидишь. Да, Саш? Да, Саш? Саш, да, блядь. Может, с билетом подороже тебе давали какой-нибудь ништяк? Все-таки это дилижанс, и там твердые сиденья деревянные. Так. И отбивало копчик и жопу. Да. И когда, если тебе билет подороже, тебе давали подушечку специальную под задницу. Mm-hmm. А другие ехали на древесине рядом с тобой, с гвоздями. Я бы вам посоветовал построить логическую цепочку, да? Плохие дороги. Да. Что, если плохие дороги? Машина не очень надежная, качественная, да? Да? Может быть, если ты чуть подороже заплатил, то ты не участвуешь в вызволении дилижанса из говна, в который он застрял. Так. А все, кто подешевле, типа, давайте, толкайте. Угу, месите говно. Да. А потом они все в говне рядом все с тобой. Все в говне внутрь рядом сидят. Сидят и очень зло на тебя смотрят. Это правильный ответ. Илья о, действительно да. прав. Реально? Это действительно так. Если дилижанс на дороге застревал, то люди с дешевыми билетами выходили из него, собственно говоря, и помогали вытянуть его из грязи. А 2 балла Илье за правильный ответ. Хорош. Едем дальше. Следующий вопрос. Шик. У нас еще один вопрос от зрителя. Вообще мы по одному вопросу вставляем, но тут такой вопрос, честно, мы не могли его пропустить. Значит, этот вопрос прислал нам Ярослав Сафин, электрик из города Лениногорск, Республика Татарстан. Какие белющие зубы у него. Да, потому что это электрик. Вопрос такой. 12 сентября... В городе Ульяновск отмечается интересный праздник – День зачатия. Вот. Всем работодателям даже рекомендовано сократить рабочее время, чтобы люди поспешили домой зачать ребенка. Для того, чтобы 12 июня, в День России, ребенок родился. Это не шутка. То есть они не учитывают овуляцию вообще? Типа они думают, это так, в любой момент... Выкладываешься да, и к 12-му неважно. Числу. 12-му, чтобы ребенок был. Так вот, какой приз получает семья, родившая в День России? Да? Квартиру? Квартиру. Ты думаешь, Россия щедрая душа? Нет, нет, Саш. Да, да, Илья? Может, они получают в подарок невероятно огромного размера трудности с очередью в роддоме. И в городе пробки из рожающих женщин. И в итоге рожают в кустах просто. Очень похоже на подарок от нашего государства. Бал за аргументированный ответ дадим. Но это неправильный ответ. Да, Саш, да. Может, они получают как приз билет на паровоз из Лениногорска, куда захотят. Переехать. То есть для этого нужно родить ребенка, а так не выйдешь из города. Не-не, тоже выйдешь, но так тебе просто так дают бесплатно билет. Давайте я вам подскажу. Приз очень патриотичный. Да? Очень билеты патриотичный. На любое. Может быть, это... Да, там же концерт в честь Дня тебя России. Тебя берут в фольклорную труппу. И ты теперь лошкарь. Ладно, давайте я вам подскажу. Если хотите, я вам подскажу так, чтобы прям, ну... Это автомобиль. Да? Калину. Калину. А, или какой автомобиль? А ты что назвал? Ладу дают. Да. Волга. 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 Ты думаешь, это максимально патриотичная машина? Волга от Волги до Енисея. Россия моя, Россия, Костя. Да, кажется, это максимально патриотичный подарок. Максимально патриотичная
машина, но на самом деле есть еще более максимально патриотичная еще машина. Еще патриотичнее? Да. Вас да. Патриот? Ну что? Ну? Ну. Вас патриот. Вас патриот, о, это блядь, правильный что, ответ. Блядь, действительно. Что, господи? По результатам праздника счастливая семья может получить у вас патриот. 2 балла. Леша зарабатывает. Ну а мы двигаемся дальше. Следующий вопрос. Суки, суки. Итак. Мэрилин Монро утверждала, что у женщины есть 2 оружия, которые она не может использовать одновременно. Что это? Да, Саш. Может, улыбка и сексуальный тон в голосе? Чтобы сексуальный тон в голосе создать, надо открывать рот и разговаривать. Соответственно, в этот момент ты не можешь улыбаться. Это абсолютно правильный ответ, ты думал. Минус балл. Бля! Это неправильно. Ты что? Елизавета? Мне кажется, секс и слезы. Потому что... Что? Ну, 2 оружия. Угу. Ой, да. Не надо девочке делать вид, что я одна тут так подумала. Слезы — это оружие. Не, ну реально, в смысле, типа секс, что она хочет что-то получить с помощью секса или что-то получить с помощью слез. Угу. Если да. Это все одновременно используется, получается очень плохо. Получается незабываемый секс какой-то. Ты ничего не получишь, а человек получит срок. Не знаю, в чем проблема слез. Какая-никакая влага. Это не так, это неправильный ответ. Итак, что же? Да? Думать и говорить, нахуй. Нахуй, нахуй. Бабы. Что их мысли — это вообще оружие. Ага. Тоже верно. Бабы. Ты сейчас тоже не использовал одновременно? Не. Ну что ж, давайте минус балл дадим. Да, спасибо. Это неправильный ответ. Да, Саш. Блять, ну я не знаю, но это точно нельзя делать одновременно. Так. Я слышал, что если одновременно пёрнуть и чихнуть, то человек умрет. Любой человек. Почему? От чего? От чего? От схлопывания. От того, что да. От того, что у тебя внутренний образуется внутренний вакуум. Да. И тебя как будто расщепляет на твоей планете. Потому что такой... И тебя просто ломает. Что? А ты думаешь, да? Там внутри у нас единый какой-то такой сосуд, типа чехол, где мы живем только за счет вот этого воздуха. И там и перейдешь, и чих, все намешано. Саш, это абсолютно неправильный ответ, но с Новым годом, плюс балл тебе за это. Плюс балл. Давайте я подскажу вам. Вы уже называли одно оружие. Действительно, одно оружие – это слезы. Угу. Но какое еще оружие? Да, Лиз. Может, макияж и слезы? А макияж, а еще ближе к макияжу. Давай скажем конкретнее. Реснички красить. Так, и что там на ресничках у нас? Ну, тушь. Ну, тушь. Все верно. 2 балла. Лиза зарабатывает. Действительно, Мэрилин Монро считает, что у женщины 2 оружия. Тушь и слезы. Но их нельзя использовать одновременно. У нас остался последний вопрос. Попробуем. Да. Саш, будь добр, официально по-новогоднему расскажи нам, какие у нас предварительные результаты. Без проблем. Чин-ч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 ин
5 баллов, у Илюхи Макарова 7 баллов, у Елизаветы Варварарановой 6 баллов, ну и у меня сейчас ровно-ровно 0. Ой, 0. Отлично, отлично. Тогда последний вопрос. Uh,
4 балла за правильный ответ, а вот и вопрос. Зачем в 60-е годы английские болельщики начали ходить на футбольные матчи с газетой? Может быть, в тот момент убирали кресла, они вырывали кресла, кидались ими, и в фанатском секторе убирали кресла. И вот они брали газетки, чтобы сидеть на них. На колышках. Оборачивали колышки вот так вот. Газеты. А может, они их кидали просто на поле, чтобы отвлечь команду... А там были очень интересные новости. Противника, да. Бежит нападающий, да, такой. Господи. Господи, это в моем районе. Да. Ага. Может, если твоя команда всирала жестко, так, то ты сворачиваешь трубочку в газету и смотришь только на то, что забила твоя команда вот на табле. А это игнорируешь вторую эту цифру, где они уже трахают. Так. И ты смотришь конкретно за результатом твоей команды. Достаточно аргументированно, правда? Бал давайте дадим. Это неправильный ответ. Господи. Да, Саш? Еще вариантик. Да. Значит, они брали, все фанаты на своем секторе, брали всю газету, которую они принесли, да, сворачивали в еще один мяч, угу, всю ее утрамбовывали, да, и кидали на поле, тем самым сбивая с толку... Всех. Включая судей. Включая себя. Они не замечали. Дальше продолжают уже газетным мячом играть. Зачем они брали газету? Чтобы ответил мой отец. Давайте я вам подскажу. Давайте я вам скажу. Это фанаты, да? Фанаты, футбольные фанаты. Это... Да, 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 Казян, да. Да, футбольные фанаты. Да, Леш? Может, они... Тебе реально это подсказало? Да. Сейчас проверим. Я не знаю, может быть, они, чтобы в драке после матча как-то усилить себя, то есть так как их проверяли на предметы всяких там кастетов и каких-то заточек, mm-hmm, и так далее, они плотно сворачивали газету, а как мы знаем, если даже просто взять там горсть монет в руку, это усилит удар. Это правильный ответ, Леша. Поздравляю. Действительно, фанаты с помощью газеты делали орудие для драки. Ты зарабатываешь 4 балла, ты подтверждаешь свое лидерство в сегодняшней передаче. Давайте похлопаем Алексею. Это победа. Это победа. Это победа! Леш! Поздравляю, Алексей! Да, Леш, смотри, ты побеждаешь и зарабатываешь 6000 рублей, вот. Но у тебя есть возможность сыграть суперигру и выиграть 12 тысяч, да, в два раза больше, либо проиграть все. Как ты думаешь, стоит ли тебе идти в суперигру? Или забрать эти... Или забрать эти 6000, или пойти в суперигру и выиграть 12. Вот эти 12 ксарей. 12, Лёх. 12. Ну, я играю один. Ты играешь один, я тебе задаю один вопрос и 3 варианта ответа. Ага. Да, и тебе нужно просто угадать правильный. Ну, давай сыграем. Ты идешь в суперигру. Он идет в суперигру. Вау! Невероятно! Итак, если я выиграю, мы поделим деньги. Класс! О, да, поэтому просто переживайте. Да. Чтобы я не один. Мало того, что они могут тебе помогать, потому что вряд ли они знают ответ на этот вопрос. Итак, суперигра. И супер вопрос такой. Передача «Голубой огонек» была придумана еще в Советском Союзе. Ей уже больше 50 лет. В 70-е годы туда был очень строгий отбор. Попасть в «Голубой огонек» могли только лучшие артисты. Так одного известного артиста всегда вырезали из эфира. Кого вырезали и почему? Вариант А. Аркадия Райкина за политическую сатиру. Вариант Б. Роксану Бабаян за иностранное имя. И вариант В. Валерия Леонтьева за откровенные костюмы. Мне кажется, либо Райкин, либо Леонтьев. Блин, мне кажется, Райкина оставляли, потому что... Но, а сколько Леонтьева-то лет-то было в Советском Союзе? Да, он бы туда и не попал, мне кажется. То есть он же не ровесник Райкина. Но он молодой. Ну, что, 8-летнего Леонтьева вырезали за очень откровенный наряд. У него был просто пакет с дыркой. Он приходил и говорит, убирай этого. Это каждый год. Причем каждый год ему 8. Голый ребенок у нас будет? Леонтьев, Бабаян за... Вот Бабаян за иностранное имя как будто бы похоже на советскую политику. А нахуя ее брали тогда до этого? Съебать необычное имя. А потом, когда вырезали, такие, блин, говенное имя, конечно. Да.
А причем, что за иностранное у нее? А, за имя? За Роксана, да? Брали бы R просто бы, и все. Была бы Оксана Бабаян. Это 70-е годы. Ну вот какой? Леонтьев уже Леонтьев тогда... сколько? Леонтьеву лет? Сейчас 70 где-то. Почему 70 ему? 70? Леонтьеву? Сколько Леонтьеву сейчас? Я не знаю. 27. 20? Валера всегда молод. Леонтьев, я не знаю, думал, сколько. Я подожди, он же не, подожди, он, да. Какие, он же не был сразу-то в откровенных нарядах. Он был всегда в откровенных нарядах. Не, он был в каких-то клишах ходил. Он не сразу все. В клишах, но в сеточку. Ну, по-моему... Не, он был обычный. Соски всегда были частью его костюма. Да, у него тело всегда было голое. Итак, Леш, я предлагаю тебе сделать выбор, определиться с правильным ответом. Я повторю вопрос, а ты будь добр, дай ответ. А в 70-е годы в «Голубой огонек» был очень-очень суровый отбор. Попасть было сложно. И одного известного артиста всегда вырезали из эфира. Кого, по твоему мнению, вырезали из эфира? Леонтьева. Все-таки Леонтьева. Но я подумал, что, блин, он все-таки там был, но Бабаян как-то слишком просто. Итак, Леш, давай определимся финально с твоим ответом. Итак, ты считаешь, что вырезали в 70-е годы из эфира... Райкера. Красавчик. Хорош. Попробуй еще раз костюм задать. Красавчик. Я спрошу последний раз, Леш. Сейчас Роксану. По твоему мнению... 70-е годы. Из эфира вырезали... Леонтьева. Итак, твой окончательный ответ, что из эфира вырезали Валерия Леонтьева. Я правильно понимаю? Да. Ну что ж, а теперь правильный ответ. В 70-е годы из телевизионного эфира всегда вырезали... Валерия Леонтьева. Откровенные костюмы. Лёх, ну, ты побеждаешь в суперигре. Да. Я на поводке здесь, короче. Леонтьева даже Лёх не смог захватить до конца. Ты зарабатываешь 12 тысяч рублей. Это твои 12 тысяч рублей. Давайте поздравим еще раз Лёха. Хуй вам, Лёха. А я сразу сказал, что Леонтьев. Я сразу подсказал. Я считаю, моя половина там. И половина этого тоже. Леш, ну что ж. Но мы делим. Есть дача? Ребят, ну перед тем, как Леше мы дадим право сказать вам все, что он о вас думает, поздравить, может, всех с Новым годом. У нас есть сюрприз. У вас у всех под вами есть бенгальские огни. Давайте достанем их, пожалуйста. Ну, если под да, нами? Представляете? А вот прям под вами. А, реально, прям. У меня, кстати, нет. Возможно, поглубже. Да. О, вот, видишь, я же говорил. Давайте устроим все-таки праздничную атмосферу, зажжем эти огонечки. Бля, прям на ковер! Ну, давай, пока это не потухло, пожелай всем, что ты хочешь, и закончим шоу. Друзья, спасибо большое. Я был рад провести в это нелегкое время с вами вот этот вечер. Вам всем желаю в следующем году от каких-то откровений в творчестве, новых высот, Саш. Я слежу за тобой. Спасибо. Ты молодец. Всем, ребята, вам все... Всем комедии, всем ура! Костя! Новым годом! Новым годом! Это было шоу «Самый умный комик». Первый сезон подходит к концу. Ну, а мы заканчиваем сегодняшнее шоу. Всего доброго, до новых встреч, пока!